Приветствую зрителей моего канала. Летом мне очень хочется долго стоять у плиты, и тем более ради замысловатой выпечки. Поэтому я предлагаю вам приготовить простой и быстрый пирог с ягодами. Нежное сладкое тесто в сочетании с кислинкой ягод создают отличный тандем вкуса. Ну а все продукты, за исключением миндальных лепестков для украшения, вы всегда сможете найти у себя в холодильнике. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Для начала в глубокую миску выкладываем мягкое сливочное масло. Всыпаем сахар и по желанию ванилин. Все перемешиваем сначала лопаткой, чтобы соединить сахар с маслом. А затем для образования однородной массы воспользуемся миксером. Если будете использовать ванилин, обращайте внимание на его качество. Не стоит на нем экономить. От него напрямую будет зависеть аромат пирога. Далее по одному введем яйца. И взбиваем до образования белой густой массы. При этом масло выпадет хлопьями. Это нормально. Затем для аромата натрем цедру лимона. И выдавим немного сока. Делать это не обязательно. Просто в качестве ягод я буду использовать смородину. А она с цитрусовыми хорошо сочетается. Все перемешиваем. В миску просеиваем муку. Добавляем разрыхлитель. И все соединяем. У меня получается воздушное тесто. У меня разрыхлитель изначально с шафраном. Он придаст выпечке золотистый цвет. Если вдруг захотите добавить его отдельно, добавляйте совсем чуть-чуть на кончике ножа. Такие специи, как шафран или куркума, дадут горчинку пирогу в случае избытка. Тесто выкладываем в форму диаметром 22 см и разравниваем. У меня это кулинарное кольцо. Чем оно удобно? Что можно сделать минимальный диаметр и за счет высоких бортиков испечь пышный высокий пирог. Сверху на тесто выкладываем ягоды. У меня это черная и красная смородина. Это буйство не только красок, но и вкусов. Черная смородина сладкая, красная с кислинкой. Вы же можете использовать любые ягоды и фрукты, даже замороженные. Присыпаем ягоды сахаром. И в конце я все украшу лепестками миндаля. Отправляем пирог выпекаться в духовку при температуре 180 градусов примерно на 45-50 минут. Наш пирог готов. Ягоды сверху запеклись и пустили сок. Ну а сам пирог отлично поднялся. Он красивого золотистого цвета, и не верится, что совсем просто можно приготовить такой летний пирог. А по вкусу это беспроигрышное сочетание. Сладкое тесто и кислинка ягод. Просто невозможно оторваться. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Я же говорю спасибо за просмотр и до новых встреч!